Эхей, всем здорова, чуваки, с вами, как всегда, на связи Брайан, мы вместе с вами играем в Total War Warhammer за Аргвилом. Итак, на прошлой серии мы с вами начали войну с Кривым Месяцем, взяли Каракас Гарас, потом мы заключили с вами конфедерацию с лесными эльфами, и у нас возродились зверолюды, разграбили нам Билбали, сейчас мы преследуем их, да, попытаемся догнать. И также зверолюды еще тусят у нас возле Каракас Гараза, который, скорее всего, мы тоже можем потерять. Не знаю, удержим мы или нет. Пока то, что я вижу из отрядов здесь, это 3 отряда минотавров, 2 отряда кигров, да, и унгоры. Ну ладно. По крайней мере, этих зверолюдов мы сейчас с вами можем попытаться догнать, и я думаю, мы их уничтожим. Руководит здесь Хазрак Одноглазый. До свидания. Окей. Да, по-прежнему Магрита у нас находится в опасности. Так же, как Крак Асгарат. Ну ладно, давайте. Так. Что мы тут с вами делали? Так, вышка один ход будет набираться. Ну, давайте дождемся уже одного хода, в принципе. Могли мы раньше, но мы поддержали осаду, а Скарсник... Ой, Скарсник, Кривой Месяц там несет потери тем временем. Так, это что у нас? Каракхир, подождите. Я сразу же не могу. Так, а что это за место-то? Я не могу сориентироваться. Каракхирн. А, все, понял. Это одна из объединенных территорий лесных эльфов. Ну что ж, автобоем, значит, придется закончить. Да, придется закончить автобоем. Так, и вот что мы имеем тут у нас. Не знаю, можно попробовать дать бой, конечно, но шансов на победу, конечно, у нас очень-очень мало. Ну, давайте дадим бой. Так, ну ладно, давайте попробуем подготовиться к битве. Что мы можем? У нас два отряда лучников, по 60 человек. Ну, в лесу их ставим. Древние у нас пойдут именно на ближний бой, то есть примут весь натиск на себя. Дриады, не знаю, попробуют. Если вдруг враг пойдет... Начнет нас обходить, да, с тыла. Не знаю, попробую на перехват, тем более там есть собаки. Ну и у нас орел и наездники на ястребах. Давайте на минотавров отправим их. Нотки кигров, я не знаю, конечно, кем мы будем убивать. Лучников маловато у нас, очень маловато. Так, давайте так глубоко не уходим. А вот этих будем обстреливать. Да ладно, прикиньте, он сбил. Нихер. Вот это да. Офигеть.
Вот это меткие пацаны, реально, вы видели? Потеряли мы сразу сколько? Два. Так, семерых потеряли. Нифига себе, не меткие пацаны. Блин, ну я не знаю даже, как мы будем. Надо отступать, нет. Нет, это просто будет слив, нет. Так, что тут у нас происходит? Ну, древние приняли на себя удар, скажем так. Попробуем, так, ага, псы. Заливаем лучников. Да, так. Я не знаю, куда орла пустить. Давайте на лучников тоже пустим, попробуем. Так, а если попробовать их цапать вот так вот в ближнем? Чтоб лишний раз они не стреляли у нас. Собаки схавали, что ли, дриад? Серьезно? Блин, ну дриады, конечно, вообще, мне кажется, для гарнизона не годятся. Очень слабо. Лучше бы в гарнизоне древние были. Побольше бы древних в гарнизон. Так, ну с теми мы разобрались, да? Давайте тогда следующих. Взлетаем, взлетаем, взлетаем. Ну нет, нас давят, конечно, давят. Нет, не, нереально защитить. Покромсать мы их покромсали, но не защитим. Карахас гора. Все, убегает. Убегают эльфы. Да. Полное поражение. Враг особо даже не понес никаких потерь, да, то есть... Несколько раз мы потеряли. Так, ну тут что, добиваем их. Карак Зифлин право прохода просит. Давайте согласимся. Так, исследовали, да, мы? Бледную королеву поставили... Кейнбокс с кровавыми руками. На исследование 12 ходов будет исследоваться все это дело. А вот у нас сейчас за пара. О, да ну ладно. Офигеть, как они возрождаются быстро, я в шоке. Посмотрите, мы не успеваем их сливать. Новые зверолюды подошли. Так, ну тут у нас как бы два стака есть.
Ну и довольно-таки неплохая армия там у них тоже собралась. Они, кстати, сейчас без лорда. Так, давайте тогда с Каракнорном сейчас разберемся. Что у нас тут? Сплошные наездники на пауках, да, я вижу. Тут у нас есть тролли. Так, а кто у нас на тролли? А, ну, в принципе, на тролли мы натравим. Древний. В принципе. Должны мы здесь победить, я думаю. Поехали. Так, начнем развертывание. Так, две башни у нас есть. Так, как мы атаковать-то будем? Тут, да, предлагайте. Ну окей, давайте тут. Хотя все-таки древними мы попробуем обойти с разных... Да, сторон попробуем. Таран можно не оставить в покое. Я, если честно, даже держал осаду не из-за того, что мне важно было построить. Кстати, башня, ничего. Прикольно, смотрите, какой пень. Офигеть, прикольно смотрится. Там еще какие-то яйца даже лежат. Гнездо. Круто. Так, а ну, там таран. Елочки такие сверху. Знаете, такая пещеру в скале напоминает таран. Вот если отсюда вас смотреть. Огромная такая скала, да, и пещера, нора. Так, ну ладно, башнями мы, в принципе, можем воспользоваться. Но все остальное нам не надо. Отправляем наших лучников, ломаем ворота. Всех вперед. Так, появился враг. Кстати, мы можем прям... сильно тогда не сближаться, мы их достаем даже отсюда, то есть все хорошо. Доедут ли башни, вот вопрос еще. Так, что у нас тут есть? Магический урон. Если не ошибаюсь, по стенам не действует. Так. А больше особо ничего и нету, да? Из дамажащих скиллов. Там доспехи, дисциплина. Ну, давайте повесим дебаф. Они, кстати, уже запаниковали там. Пробили мы ворота, врываемся, значит, в крепость. Погнали. А вот тут, кстати, смотрите, зажали нас, я вижу. Давайте от этих атакуем. Наездников.
И здесь прорываемся. Так, или они еще что, не пробили, да, что ли? Я, наверное, поспешил. Да, я поспешил. Ну, заливаем мы довольно-таки неплохо. Смотрите, как шуганули их. Входим внутрь. Сейчас мы как раз на них вот эту вот, тему запустим. Смотрите, они все кучно так стали. То есть у них там характеристики вообще в ноль ушли, слушайте. Можно еще атаку занизить, да? И все, и атака, да, что атака? И атака ноль, офигеть. Ха. Замечательно. Вот тролли там шмаляем, давайте. Ой, а тут у нас, кстати, с разных сторон расстреливает, я вижу. Там, кстати, вот. Как раз наши дикие всадники. Еще не все названия юнитов запомнил, поэтому надо, прежде чем сказать, кого отправляю, смотрю сначала на иконку, кого я точно отправляю. Так, скорость. Запас сил. Что тут у нас? Спас-бросок. Я думаю, тут можно, кстати, спуститься нам вниз уже. Стены мы взяли. Так, так, ну потерпите сейчас. Сейчас придут всадники. О! Отличненько, отличненько. Что тут можно еще? Так, ну отхил можно, в принципе. На кого отхил? На кого отхил? Давайте лучников отхиливаем. В принципе, я даже не знаю, на кого еще можно все это повесить. Урон оружием. Вот так вот. Кстати, урон оружием на всех распространяется или нет? Атака. Сила оружия. Так, 93. Так, как, не пойму. Или, скорее всего, на цель. Но иногда описание скиллов до конца непонятно все равно. Так, почему они не вошли? Почему они не вошли? У меня вопрос, почему они не вошли до сих пор? Наверное, потому что они исчезли с радиуса обзора. Догоняем. Так, прорываемся дальше. Прорываемся. Все у нас хорошо. Я думаю, стрелков можно нам отключить даже. Вот тех отступающих давайте добиваем. Так, а вот тут, слушайте, что-то нас как-то подзажали, я вижу. Надо щемить их, щемить, щемить. Почему древние останавливаются постоянно? Сейчас, потерпите, потерпите. Идет помощь, идет помощь. Ничего, да, не можем повесить тут. Так, вот это можем повесить. Скорость включаем. Давайте, 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 побыстрее, побыстрее. Лорд их не мертв, кстати, уже. Сейчас мы сзади подойдем. Только держитесь. Так, а кстати, стрелки на пауках себя в угол загнали.
Так, ну отлично. Стрелков сюда можем, в принципе, поставить. Пускай начинает стрельбу. Надо догонять врага, преследовать его и добивать. Все, давайте сюда. А вы гоните в шею и потом обойдем. Так, отлично. Так, спрятавшихся врагов. Ой, подождите, всадники назад, всадники назад, всадники назад, назад, назад. Давайте обойдем лучше тут. Все, щемим их. Так, а там тролли еще есть. Что у нас что-то не восстанавливается? Видимо, мы исчерпали, да, весь лимит? Одна единица за 35 секунд все восстанавливается. А, ну это, конечно, очень мало. Ой, давайте начинаем стрельбу. Довольно-таки упорно враг стоит, кстати, держится. Я думал, они убегут быстрее. Ничего, включить. Сейчас шлем один. Меч мучителя сейчас откатится у нас. Ну давай, давай, давай. 2 секунды же осталось. Восстановление заблокировано. А, ну ладно, в принципе, уже победа в любом случае. И можно закончить бой. Так как врагу все равно отступать некуда. Так, можно разрушить, потом занять, но, блин, мы же будем потом еще войска восстанавливать. Хотя 35 тысяч денег. Очень сладкая сумма, да? Ну, давайте разрушим все-таки. Задание выполнено. Так, янтарное копье и уклонение. Стадо горов. Как мы тут справимся? Древолют у нас есть, древний есть. Тут войска немножко побиты. Ну, давайте попробуем. А, ну, можем на автоатаке их порешать. Давайте на автоатаке. Не будем испытывать судьбу на прочность. И отправимся занимать Билбали обратно. Все. Восстанавливаем их.
Восстанавливаем и заканчиваем наш ход. Нет, не заканчиваем наш ход. Подождите, у нас тут и есть дела еще. Нам надо определиться. У нас появилось новое поселение. И я считаю, надо какие-то постройки, которые уже у нас есть, да? Поубирать. Знаемо. То есть, допустим, нам... В принципе, здесь конюшня не нужна. Так же, как нам не нужны и казармы, да? Так. Обитель лучников оставим. Здесь мы построим... Так, а вот это, кстати, если не ошибаюсь, умение у нас способное разблокировать вот это все дело. То есть, надо понять, какие дают, в первую очередь, хорошие плюшки. Можно посмотреть. Так. Че, описания нету, да, что дают? А, вот. Так. А, вот, позволяет торговать с фракциями, не относящихся к лесным эльфам. И ослабляет скверну хаоса. Так. Обладает увеличенной аурой и улучшает экономику в своем регионе. Отряды и его армии получают удвоенный опыт. Увеличивает количество дриад и духов ветвей, которых вы можете нанять. Но мне кажется, вот первые вот эти вот два надо строить. Делиандру, да, наверное, сейчас построим. Я думаю, да. Вот она. Да, строим. Так, рост плюс 50, меха. Блин, у нас как-то все... Так, а вот это нам не надо, вот это у нас уже есть дело. Это у нас уже есть. Гнездо мы оставим. Логово дракона тоже можно оставить, в принципе. Так, ну ладно, три постройки мы, в принципе, снесем. И нормально. Да. Так нас все устраивает, в принципе, пока. Так, янтаря нам на четвертый уровень дуба надо 8 янтаря. Надо где-то его заполучить, естественно. Давайте закончим наш ход. Так, ага, ремонтироваться. Так, что тут у нас? Естественно, гарнизон все-таки будем строить в первую очередь. В первую очередь гарнизон. Мне кажется, это самая полезная постройка. Вроде как остальные тоже бонус там дают и плюс к торговле. Но, блин, без путевого камня поселение не удержать. Хотя бывает и с путевым камнем не удержать. Как мы с вами убедились, да? Под Каракас Гаразом. А враг нас смел. Так, а тут еще агент Кривого Месяца продолжает нам надоедать. А, я ранение получил. Так, дух ветвей. Так, что мы там снесли, да, построечки? Да, снесли. Давайте тогда, что мы строим? Ну, в первую очередь мы строим... Так... Ага, это у нас построено. Винный погреб, да, потом укрытие стражи полян. Так, это у нас есть, это есть у нас. Нам надо построить корни Герана обязательно. Конечно, вот это дело тоже построить. Так.
Ну, давайте корни построим, да. Потому что нам надо там нанять агентов по заданию. Так, порт восстанавливаем. Армию можно, в принципе, вернуть обратно, я думаю. Конечно, есть шанс, что здесь опять появятся зверолюды, и я это не исключаю, но что поделать, давайте вот эти отряды распустим. Так, ну остальное можно оставить. Так, а вот нам, конечно, хорошо бы Карахнорд занять, но там же зверолюда надо не забывать. Давайте на один ход мы, наверное. А чё, мы не можем сюда перейти? Почему? Я понял. Нас обездвижили. Становимся лагерем тогда. Так, ну что, мы уже убедились, что мы не тащим, да, эти битвы. Аверлан, договор о ненападении, давайте заключим. Поселение разрушено, здание провалено. Захватите и купите поселение любого из врагов следующей фракции. Кривой месяц. У них последняя провинция осталась тут. Так, ну что, открылось, да? Или, подождите, или не построилось еще? А, 4 хода строится. Окей, лучников улучшаем. Тут оно все возведено. Каракнор занимаем. Строим. Укрепление. Так, зверолюда там тусят у нас. Так, порт мы построили. Сколько у нас еще эта фигня будет висеть? 2 хода, да? Штраф из-за конфедерации. Так, ну давайте попробуем дать отпор. В принципе, что тут? Должны, мне кажется, выиграть. Сплошные наездники на пауках, колесница, да, там есть. Ну ладно, давайте, примем участие. Так, закончили загрузку. А что там, если попробовать? Может, нам здесь занять оборону? А, так, а еще что можно посмотреть? Где еще можно встать хорошо? Ну, давайте разок вот тут попробуем. Лучники здесь становятся. Обстрелы вести довольно-таки удобно. Древними здесь перекроем подход. Тем более враг нас штурмует. И все. Так. Поехали.
Попробуем сейчас обойти. Надо будет снести швырялку. Облетим сейчас все это дело. Игнорируем, игнорируем. Дальше, дальше, дальше уходим. Ну все, обошли. Тут, в принципе, местоположение довольно-таки, мне кажется, удачнее, чем там обороняться. Хотя сейчас многие скажут, в лесу бафы бы зато даются. Ну, давайте попробуем там. Так, отлично, снесли мы швырялки. Давайте набросимся, попробуем толпой завалить эти колесницы, которые пришли за нами. Так, паучьи наездники попытаются обойти здесь, окей. Колесницу мы, кстати, тоже разодрали. Так, ну давайте тут сейчас следить. Здесь самая такая сейчас развязочка у нас будет. Принимаем их. Пауков, который пытается обойти, сейчас мы тоже сцапаем. Как у нас там дела? Давайте сюда летим. Так, обстреливаем, обстреливаем стрелков. Ой, здесь какое сейчас, смотрите, место открыто. Они... А, нет, они вроде как связались боем. Хорошо. Давайте поможем. Замечательно, замечательно, все. Тележки убегают. Так, как у нас тут дела? А, вот тут, кстати, наездников что-то у нас отфигарили, я смотрю. Так, давайте воздух. И земля-воздух, земля-воздух. Так, давайте один отряд дриад сюда перебросим. Так, это дело мы не догоним с вами, я так понимаю. Да ладно, как вы пропускаете их? Ну, вернитесь, вернитесь, вернитесь. Все, улетают, да? Наездники на орлах. Настырные наездники на пауках, блин.
Держите строй, держите строй. Разворачиваемся назад. Лучников наших грызут. Ай, что-то, слушайте, что-то все опять не в нашу пользу складывается. Все-таки дряд раскладывают, как ни крути. Там еще, блин, лорд остался. Блин. Вы теряете позиции. Ну что теперь поделать? Все, враг отступает. Ой, точнее, враг отступает. Эльфы отступают. Незначительное поражение. Силы были примерно равны, но противник слегка превзошел вас в тактике. Заняли не провинцию. Телия по-прежнему требует вступить в войну с кланом Ангрот, но мы отказываемся. Поселение потеряно, Черные горы. Ага, вот тут нам сдали поселение. Lord of the Glade. Так, это кто стоял, подождите? А, Ведриот. Атакуйте. At your service. Lord of the Forest. Так, ну мы возвращаемся. Что мы сейчас будем делать? Добирать войска будем. Создадим второй стек. А дальше посмотрим. Так, ну войска тут в принципе у нас восполнятся, да? Что мы сюда доберем? У нас новые стрелки появились, я вижу. Новые стрелки, нам обязательно надо... взять дикого всадника. Лесной дракон. Так, ну лесного дракона можно там передать. Два отряда. Блин, ну удалять этих, чтобы заменить этими, я как-то не хочу этого делать, в принципе. Так, ну давайте... древолюда возьмем. 4 хода будет он набираться у нас. Ну ладно, пускай набирается.
Тут что мы, в принципе, можем сделать? Сделать из этих двух недоармий одну полную, да? И тогда уже отправиться дальше воевать с гоблинами. Ну, тут страж полян мы вот этих распустим сейчас. Мы, естественно, наберем другие, которые нам открылись. Ну и вот эти парни, честно, наездники на ястребах, мне как-то они не особо понравились. Я их уберу. Так, возведенные постройки у нас готовы. Так, улучшаем. Погреб, стрелков. Так, вот это дело тоже, да. Как святилище эльфийское, что-то подобие. Так, вот, открылось. Возможность торговать с раксами, не относящихся к лесным эльфам. Кого мы назначим? Нет, подождите. А, уже нельзя, да? Я поспешил. Ну ладно, пускай он сидит, в принципе. Потом переназначим это все дело. И что, торговля действительно нам открылась? Да, открылась. Давайте тогда торговать. Обсудить выплаты, запросить. Раз торговля. Так, теле. Обсудить выплаты, запросить. Блин, отменил. Ну, замечательно. С империей как? Возможно торговля? Да, с империей возможно торговля тоже. Так, ну вот мы немножечко вышли из минуса, скажем так. Армию собираем. Так, вот это дело мы как и хотели. Давайте объединим. Так, это мы поменяем. Это мы все туда отправляем. Вот так вот. Что у нас там получается армия в итоге? You need me? I thirst for the hunt. Так, вот так вот добьем. Да. И у нас останется два места под стрелков. Стрелков мы потом. Так, а вот эти стражи пути требуют, да? У нас. Учебные разведчики. Их мы наберем. Да. Отстроим наш лагерь. И наберем. Ладно, на этом наша серия, в принципе, подошла к концу. С вами, как всегда, на связи был Брайан. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые ролики, посвященные прохождению за эльфом. Но и не только. Всем удачи и увидимся в следующем видео.